Итак, друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале «Вязание с Татьяной». И сегодня, 21 февраля, я хочу отснять свой отчет. Отчет в рамках совместного проекта, да, в котором я участвую. Совместный проект называется «Носочная коробочка». Организатор совместного проекта Катерина Шурм. Екатерина имеет свой канал на Ютубе, канал о вязании и не только. Все ссылочки будут на организатора и на девочек-участниц под этим видео в инфобоксе, девочки. И по условиям совместного проекта раз в месяц мы выпускаем отчеты. Данный проект продлится ровно год, до 30 декабря, да, или 31, я могу точно не сказать, да, цифру. Ровно год, в общем, до декабря месяца, девочки. Сейчас в проекте 55 участниц, 55 рукоделочек. Я когда смотрю видео девочек, которые вяжут носочки, а вяжем мы в этом совместном проекте только одежду для наших ножек, да, для себя, для мамы, для папы, для сына, для дочки, для мужа и так далее. Только одежду для ножек. Носочки, гетры, пинетки, носочки удлиненные, укороченные, любые. В общем, все, что может согревать наши ножки. И вот я опять, да, возвращаюсь к тому, что когда я смотрю видео девочек, на самом деле мастериц, которые вяжут носки, я просто, знаете, девчонки, прям восхищаюсь. Ведь есть такие мастерицы, которые вяжут такие классные, сногсшибательные носки. Я бы очень хотела научиться вязать точно так же. Прям вот даже не стесняясь, в этом нет ничего, да, такого, есть к чему стремиться. Например, жаккардовые носки, ведь это такая красотища. Вот просто я смотрю, и просто восхищение. Девочки все большие молодцы. Конечно же. И вот каждый месяц, ежемесячно, каждая мастерица должна выставить свой отчет. И в носочную коробочку должна уйти одна пара носочков. Конечно, желательно эту пару для носочной коробочки сохранить и довести ее до декабря месяца. Но кто-то вяжет на заказ, кто-то вяжет на подарки, да, и раздаривает. Это тоже, как бы, все мы знаем, может быть. Сделаю девчонки красивые фотографии и уже в конце года отчитаются. Вот, сегодня февраль, да, заканчивается, он у нас короткий месяц. И я хочу показать, что же я связала и что я положу в свою носочную коробочку. Не буду я сегодня показывать свою пряжу, которую там буду следующую пару вязать. Нет, покажу вам просто, что я связала, довязала и что положу в коробку. Вот буквально сегодня я пришла с работы, у меня высохли носочки на блокаторе. Вчера я их закончила вязать. Это моя первая тестовая пара. Тестовая пара, я вязала первый раз пятку стронг. Есть, конечно же, над чем мне поработать здесь, я знаю это. И в следующий раз, когда я буду вязать носочки с пяточкой стронг, естественно, я буду вот эти вот нюансы все учитывать. Так, у меня немножечко штатив сместился. Носочки получились на размер 37-38. Вязала я из Ализе Супер Вош. Спицы 2,25. Вот такие вот они, достаточно высокие. Вот, это полностью, ну как, 75 шерсти, 25 полиамида. Это моя первая пара. Вот. Я их не кладу в коробку, в носочную, девочки, не кладу. Потому что это тренировочные носочки. Для меня они тренировочные. Я их положу просто в свою коробку, которые можно будет использовать, носить. Здесь такая же пятка, естественно. Так выглядит это. Наверное, ну, надо еще вот мне одни связать, чтобы точно разобрать все, как говорится, ошибки, сделать работу над ошибками.
Но я учла, да, где мои промахи, где мои минусы и на что обратить внимание. Так, это первая пара, вот, которую я закончила буквально вчера, девочки. Этот весь месяц я только вязала носки. Так, я хочу также показать, что я довязала. Я в первом своем отчете в январе показывала, что я вяжу носочки. Также из Ализе Супер Вош, цвет 76-55. Это здесь с пяточкой бумеранг, они связаны на размер 35-36, вот такие. И, естественно, я их связала, я их уже все подарю, отдам. Это для бабушки были связаны носочки. Вот, но хотела вам просто их показать. Они у меня связались, и получилась вот такая милая пара носочков. А также это Ализе Супер Вош и цвет 76-55. Это я не складываю. Все, это я довязала в феврале. Это я в коробочку не складываю. Они у меня уйдут. Так, и сейчас я вам покажу, какие носочки у меня уйдут в коробочку, девчонки. Так. Значит, я запаслась в январе месяце большим количеством рассказовской пряжи, таблетками. Очень, ну, как 13 таблеток я себе приобрела для себя. У меня была задача набрать себе разного цвета таблеток. И эти таблетки я планировала и планирую использовать только для вязания носочных изделий. Именно носочных изделий, которые я буду эксплуатировать на даче, потому что времени я провожу очень много на даче. Вот, именно поэтому я столько таблеток себе набрала разных цветов, девчонки, разных, и бирюзовых, и серых, и бежевых, и розовых, и рыжих, разных, в общем. Там были и меринос, и ангорка. Вот из мериноса я уже связала первую пару. Один носочек у меня на блокаторе. Почему? Потому что я хотела показать, как выглядит носок после стирки вам. А второй я вот специально не стирала. И вот эти носки я уберу их в носочную коробочку. Вот, они у меня будут там. Значит, мериносовая рассказовская пряжа. Значит, во время вязания, когда я работала с этой ниточкой, она ощущается, что она такая жесткая, колкая такая немножко. И вот, знаете, вот видно все ее прелести, вот эти вот волосики все, видите, вот такие вот штучки, как какая-то целлюлоза. Вот, я даже не знаю, даже не целлюлоза, это какие-то бревнышки. Я не знаю, как сено какое-то. Вот, смотрите, сколько. Это вот прям идет так вот из мотка, прям ниточка. То есть вот такие вот волокна. Вот эти вот целлюлозные они или какие. Вот они прям сразу идут из моточка. Если я не ошибаюсь, это цвет номер 31, потому что они у меня сейчас все без опознавательных знаков. Я не знаю, я даже на них не смотрела. Я взяла, главное, разных себе и взяла. Вязала я эти носки, мне захотелось повязать на обычных носочных спицах, 5 спиц которые. И здесь бабушкина пяточка. Вот. Ну, обычная, в общем-то, самые-самые обычные, которые могут быть. Вот. В общем, они такие жесткие, колкие, грубенькие, да, вот прям вот грубые-грубые. Это вот носок до стирки, я его не стирала. Вот этот носочек, я его уже постирала. Постирала один раз. Стирала я его в шампуне, потому что у меня закончился, ну, сушила я его на блокаторе. У меня закончился порошок для шерсти, поэтому я стирала в шампуньке. Значит, что я вижу после ВТО, девочки? Однозначно он стал мягче. Вот эти вот древесные или волокна или целлюлозные, они немножечко ушли, но вот все равно некоторые элементы присутствуют, да? Вот их немножко осталось все-таки, но я вижу, что пушок, он распушился. И самое главное, что они стали немножечко мягче. Я думаю, что еще разочек постирать, так активно их прям прополоскать, прям вот так вот поделать,
шампуньки, я думаю, что они еще мягче станут. Поэтому, в принципе, я работаю вот этой довольно, вернее, даже не то, что работой, да, а самой пряжей. Потому что я работала с ней первый раз, я довольна этой пряжей, и для дачи мне именно то, что нужно. Ее, естественно, она в три нитки, это была, ну, ниточка в три ниточки, да, да, вот дырочка даже какая-то. Ну ладно, это не критично. Ее можно смешать, скомпоновать, что-то добавить сюда еще. Даже для, как это, утепления, что ли. Ну, чтобы тепленькая она была. Вот, в общем-то, и все. И вот эту пару, девчонки, я буду отправлять в свою носочную коробочку. Вот. Одна пара у меня из этой готова. Продолжу экспериментировать из этой пряжи. Эту пряжу я только буду использовать на носки. Только на носки. Но вдруг ритузы там захочу. Не знаю, посмотрим. У меня ее теперь много. Кстати, носки вышли вот эти 90 грамм. А в рассказовской таблетке сколько? 250 грамм. Вот считайте, можно еще одни такие же связать, да? И одни покороче. То есть три пары носочков. Нет, ну или можно побольше размер, потому что все-таки это 37-38 размер связан. Ну, одну полноценную нормальную пару точно можно связать. Можно одни укороченные связать. Вот, все, получилось, что у меня три пары, да, законченные в феврале. Продолжаем вязать дальше. Всем девчонкам желаю легких петелек, хорошего настроения. И очень жду ваше видео, посмотреть ваши красивые шедевральные носки. Мне они очень нравятся. Все, на этом, девочки, я заканчиваю свой отчет. Увидимся с вами уже в новых роликах. Всем пока-пока!